В итоге удалось, причем прежде всего именно стараниями российской делегации, сохранить комплексный, деполитизированный характер пакетной договоренности, тем самым обеспечив максимально возможные движения навстречу развивающимся странам, импортерам продовольствия. Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере. Использование Соединенными Штатами и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр неприемлемо и бесчеловечно. Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей. Подписание меморандума «Россия-ООН» лишний раз подчеркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки. Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений.